Ребят, небольшая будет просто съемочка с собачками нашим ближайшим полем. Тея и Уна гуляют. У меня совсем разболелась спина, и я надеюсь, что числа с 15-го, когда выйдет мой врач из отпуска, я снова начну баловать как бы вас роликами. Сейчас просто действительно вот не то состояние. Что-то как-то лето такое сложное. Поэтому напомню о своем сочетании. Может быть, завтра у нас получится эфир. К вечеру пойму и напишу объявление. Если что, эфир будет в обед. Попробуем, как раз айфон будет завтра дома. Красота какая. Ну вот. И с айфона попробуем эфир. Может, он потянет. Гуляю лисичек, кванта, к лисам вынесу. То есть так-то жизнь идет своим чередом, но что-то как-то ничего не снимается. Вперед идите. Девчонки уже набегали. Самые клевые забеги я на самом деле не сняла, потому что снимала это поле для фотографов. А сейчас девочки уже выдохлись. Ищем злаковый поближе к волоколамке Рики. С поля это... Да, точнее, с железной дороги она вот там. Это поле смотрелось, как будто оно в злаковых. И я пошла проверить их завтрашние съемки. А это не злаки, это такая желтая просто штука. Но не злаки, к сожалению. Поэтому не совсем подходит еще сегодня. Попробую поездить, поискать. Может быть, рядом засеяли все-таки поля злаками. Надо просто посмотреть. Там сейчас электричка едет. Вот. А завтра, надеюсь, в эфире вам и щеночков покажу. Мы уже и отклеймились, и сейчас на днях будет первая прививка, они будут разъезжаться. Чтобы у нас остался ролик с красивыми выпускными шелтями и цвергами. Цвергов, кстати, еще не охозяили. Цвергами можно интересоваться. О, и минуточку отвлечения. Смотрите, как выгорела шерсть у красных триколоров. Ну, во-первых, мы все вычислили. Потому что пожарим, мне все собаки разделись. Но вот у красных триколоров, видите, тут их красивый каштановый цвет на таком агрессивном солнце. Ну, то есть это не только моя проблема, это проблема именно этого пигмента. Вылезает вот в такую пошлую рыжину. И теперь пока только отлинять. Напоминаю, Уну подросток, то есть она в хорошей подростковой форме, но будет еще более широкая и мощная. Сейчас она такая немножко, если посмотреть, не худая, ничего, но пока субтильная немножко. Хочется еще побольше. Вперед! Вперед! Размер она свой рост уже дала, а вот ширину еще набирать будет. Взяла сюда ее именно, потому что мы ее вычислили. И я боялась, что если тут злаки, то усей я потом после злаков в том году очень долго вычесывала лохматых. А она сейчас раздета, ее легко вычесать. Как и Тею, которой вообще ничего не липнет. Вот. Так что не теряйте, я тут. Тея, уйди. Все будет. Будут эфиры, будут ролики. Сейчас только 15 числа мой врач мне немножко спинку поправит. Потому что вот даже иду и, слышите, пыхчу. Идти больно. Какие уж тут ролики. Всем хорошего дня. Не болейте. Все будет круто. Ждите завтрашний эфир. Чуть позже точно напишу, будет ли.